Сегодня рядом с дворцом имени Гагарина наряжали елки. В качестве украшения использовали игрушки, сделанные совместными усилиями детей и родителей. Их приносили в течение двух дней с 16 по 17 декабря на конкурс «Лучшие игрушки-самоделки». Ребята, направляясь сегодня на церемонию награждения во дворец, уже могли увидеть свои искусственные произведения в качестве украшения для прекрасных дворцовых елочек. Новогоднее настроение в городе стало еще ярче. А вы нарядили свою елку?